Оксана Мянькова – знакомита легкоатлетка, олимпийская чемпионка Пекина 2008 года. Теперь у Оксаны иншая праца – директор спортивной школы, где занимаются гульнявыми видами спорта – волейболом, хандболом и баскетболом. У школе тренируются более за 500 детей и подлетков, за ними працуют 20 тренеров. Ну, будем работать, будем стараться. Будем стараться для того, чтобы набирать деток, подготавливать резерв и передавать в национальные команды Республики Беларусь. Я считаю, что наша страна, наша нация и наши люди – очень сильный народ. И чем покупать какого-то легионера, лучше вырастить своего родного, и чтобы он защищал нашу честь и достоинство страны. Теперь волейболисты рыхтуются до республиканской спартакиады, якая на приканце кастрычника отбудется у Гомеле, и различивают занять призовое место. Але справа не только у спаборництвах, а еще и у тем, что детей треба оторвать от компьютеров и смартфона. Юные волейболисты подают приклад. Во-первых, это адреналин, спорт, желание играть, выиграть. Чем он хорош, спорт? Ну, для здоровья в первую очередь. У меня каждый день тренировка, и я стараюсь совмещать школу, учебу и спорт все вместе. Тренировки у школы протягиваются, задачу новый керовник школы ставить перед собой серьезную. И час пошел. 2020 Олимпийские игры, которые будут, мы не успеем. А вот в 2024 году, я надеюсь, я в глубине души буду верить, что все-таки наш ученик попадет туда. Илона Иванова, Виталь Вопсев, «Новин регион».